попала под горячую руку алкоголиков и жительница дома по улице Шлюзовой в Новосибирске. Женщина сделала нетрезвым парням замечание, а те стали грубить в ответ и набросились на нее. Молодые люди распивали пиво на скамейке, громко ругались матом и к тому же мусорили на площадке. Старшая по подъезду, которая следит за чистотой территории и ухаживает за клумбой, попросила отдыхающих убрать за собой. В женщину полетели ошметки воблы, полупустая баклажка, а потом и вовсе едва не завязалась драка.